Популярность мобильного интернета растет с каждым годом. Повсеместно создаются специальные приложения, программы, интернет-сайты, магазины и даже электронное правительство. По официальным данным, только в 2013 году в Казахстане зарегистрировано 10 миллионов пользователей мобильного интернета. Я постоянно пользуюсь мобильным интернетом, это очень удобно. Общаюсь с друзьями в социальных сетях, читаю новости, смотрю какие-то видеоролики. Мобильным интернетом можно пользоваться с планшета, смартфона, ноутбука и стационарного компьютера. Чтобы использовать возможности всемирной паутины через смартфон или планшет, достаточно наличия сим-карты с положительным балансом на счете. А вот для подключения интернета к ноутбуку или компьютеру необходимо дополнительно приобретать USB-модем. Когда человек пользуется компьютером, его потребность к объему интернета намного больше, то там уже более популярные большие пакеты. 10 гигабайт, 5 гигабайт. Если смотреть люди, которые используют в так называемом маленьком экране, да, в мобильном смартфоне, то там потребность до 5 мегабайтов, это уже надо быть хорошим серфером. Для привлечения клиентов сотовые операторы предлагают различные услуги и дополнительные акции. Например, безлимитный ночной интернет, бесплатный доступ к социальным сетям или интернет-пакеты с определенным номиналом трафика. Они позволяют пользователю самостоятельно выбирать скорость и объем скачиваемой информации. Теле2 – 2990 тенге. Актив – 3990 тенге. Билайн – 3990 тенге.